мы с Алиной идем в магазин под названием Walmart. Что мы там купим, Алин? Мы моющие купим. Разные молоко. Моющие средства, молоко купим. Ну и то, что в основном мы используем для уборки и стирки. Угу. Так. Гоу! Вот магаз. Двери открываются. Мы на колясочке. Вон Алина. Заходим в магазин под названием Walmart. И вот, в общем-то, здесь вот всякие фрукты, апельсины, яблоки. Что у нас тут еще есть? Клубничка есть у нас тут. Тут еще набор фруктиков. Здесь овощи у нас. Бананы. Вот. Бананы. Хлебушек. За доллар. Круто, да? За доллар вот такой целый батончик. Так. Че, Алин? А? А я чуть не вижу наши. Вон, за доллар можно взять фреш. Ну да, вот. Во, кунжутный. Че? Кунжутный? Тоже да. За доллар? Да. Круто, да? Он очень вкусный. Ну и чем-то, может быть, напоминает российский фильм. А мой отдел любимый, я вам сейчас покажу. Во! Я люблю брать вот эту вот. Банана пудинг. Такой классный. Я беру две штуки таких всегда. Алина покупает мне пудинг банановый. Так. Идем дальше. Два? Ты уверен, что два? Да, я всегда два беру. Ты один всегда берешь? Два всегда беру. А где мои эклеры? Куда делись мои эклеры? Да, Алининых эклеров здесь нету. Что? Так. И тут мы попадаем в отдел мясо. Ешь мясо. Мясо. Сосиски. Еще сосиски. Так, какая-то колбасятина здесь. В общем, нормально так можно мяска поесть. Так, пошли сыры. А, нет, подожди. Колбаса. Вот пошли сыры. Разные сыры. Нарезные, ломтиками. Просто вот так вот можно купить. В общем, класс. А мы покупаем что, Алин? Мы baby Swiss иногда покупаем, иногда просто Swiss. Угу. Так. В общем, да, сыр нормально. Масло. И сметану. Потому что она здесь самая дешевая. И ничем не отличается от других магазинов. В общем, это наш сейчас влог. Не выпуск на канал Михайлов Лайф, а просто влог. Такой экспериментальный. И, собственно говоря, если вам будет интересно, чтобы мы рассказали про Walmart магазины, мы вам обязательно сделаем хороший выпуск. Все покажем и расскажем. А сейчас продолжаем гулять дальше. На меня все смотрят. Такие думают, что тут блогер ходит. Так, вот отдел разной туалетной бумаги, салфеток и всякое такое. Салфетки тебе взять, да? Ну, салфетки можно, да. Открытая. Угу. Уже кто-то открыл. Короче, я сейчас снимаю кусками видео. Потом я это все скину в специальную программу на телефоне для монтажа. Сделаю одну здоровую колбаску. Чуть-чуть подставлю музыку. Чё? Чуть-чуть подставлю музыку.
и залью на ютубчик. Вот такой вот будет фаст, быстрый формат загрузки влога. Посмотрим, как это будет, как это все получится. А тем временем Алина выбирает что-то там, какие-то моющие средства. И мне только что телефон сказал, что у меня съедет. Телефон сказал, что у меня садится батарейка, осталось 20%. Но у меня с собой есть пауэрбанк. Я сейчас подзаряжусь. Так что оставайтесь с нами. Смотрите, вот я подключил пауэрбанк. Вот так это выглядит. У меня пауэрбанк. К нему подключен вот этот проводочек, а проводочек к телефону. Так, давайте посмотрим, сколько у меня там зарядки. 100% зарядки. И пауэрбанк будет заряжать мой телефон. 5 вольт. 2,1 ампер выходная мощность. Это достаточно прикольно, это достаточно хорошие показатели. Зашли в магазин детской одежды. И вот тут вот детская одежда. Разная. Разнообразная. Алина говорит, что ей тут ничего не нравится. Вот. Вот там вот мой любимый отдел. Электроники разные. Я люблю там смотреть всякие телефончики, айфончики, все такое. Но сегодня мы туда не пойдем. Ну что, пора выдвигаться на кассу. И на этом будем заканчивать наш сегодняшний выпуск о том, как мы сходили в Walmart.